Михаил Мень пост главы региона не покинет и депутатом Госдумы не станет. Так, слухи о том, что губернатор перебирается в московский парламент, комментируют в пресс-службе правительства Ивановской области. После того, как Татьяна Яковлева ушла в Минздрав, освободившийся мандат мог достаться первому кандидату в партийном списке. Таковым и является Михаил Мень. Срок губернаторских полномочий заканчивается в декабре 2015-го. Прекращать работу раньше Мень не собирается. Теперь шанс занять место в парламенте появился у председателя Общественной палаты Ивановской области Валерия Иванова, у руководителя организации женской инициативы Юлии Жуковской и у других ЕРовцев, набравших наибольшее количество голосов на выборах.